По трассе 5. Дальше авария. Аркадий уехал вперед. Сейчас развернулись. Будем обходить через Урман, наверное. Сейчас обойдем слева через Урман. Полутеляк. И выйдем как раз дальше по трассу. Здесь Аркадий Михайлов едет неспешно. А куда ему торопиться? Гудит здесь, ездит. Едет монстрик. Попили. Сейчас контент запилит. И поехали. Утро. Третьей попытки. Попытка номер 3. Да. Выезжаем. Сухая Атя. Да. Как называется наш деревья? Один блогер. Сухая Атя. Один блогер. Прямо сам ждет. Не, я нет. Для себя дома просто. Я для home video. Так, маршрутка идет. Надо, главное на нее успеть. Кирюх. Мне от остановки на следующий докинь. Лишь бы он только не перевернулся здесь. Сейчас будет провалиться УАЗик, скорее всего, первый. Или замерзло нормально уже? Нет, замерзло нормально все уже. Нива проедет спокойно. Не, Нива легкая, я имею в виду, если лед долбит, то пиздец. Не, Нива не разнулась. Так, сейчас, короче, происходит какое-то вакханалия какая-то. Аркадий Михайлович сказал, сейчас что-то будет. Кидай, кидай! Как красиво. Ага. Даже там, где мы ломали, вот тебе нафиг. Там какая-то пустота, видите, просто пустота. Давай здесь мелко.
это я остановился. Нет, чуть. О! Нет. Давай запрыгнем. Не надо, да. Еще. Трава была в снегу, по снегу. Сейчас все просело. Тяжело. Так, первая у нас проблема. Немножко. Будем. Поехали. Скажи, чтобы они не болели. Пока так. Что-то здесь техника какая-то серьезная ехала. Даже грязь там, смотри-ка, зимой. Такая прикольная дорожка. Узенькая. Снега очень много. Ну все, нам клиренса уже прям вообще местами не хватает. На всякий случай цепанули сразу. Так, встретили в лесу гости, каких-то людей. Кстати, по-моему, я его где-то видел. А, точно, это же эти. Вспомнил. Это которые нам картошку продавали. На камере, ничего себе. Точно, картошку нам продавали, которые. А у нас прям вообще... Уже у Лёхи еще пониже вылетает. Ну, назад туда вылетает? Да. Такая видно, как я идет. А вы еще Ниву зацепили? Да, что Ниву не есть сама уже. Короче, поменялись. У Вазика пониже вылетает, ему тяжеловато. Включили режим автопилота, как на Тесла. Как на Тесла, короче, он в режиме этого, да. Ну, слежение за полосой у него есть. И он, видите, получается, за ним едет полностью. Вообще, то есть руль сам поворачивается полностью. Только иногда Кирюха подгазовывает, чтобы совсем уж не оборзеть. Закончилась дорога, на которой мы ехали в прошлый раз. УАЗик уже не может идти. Сейчас так идти. Тоже тяжеловато. Очень тяжело. Давай, цепляйся. Давай. Горец, да?
Макс тоже рубил его. В общем, я ушел. Перед не крутился совсем. Один. Километр примерно. Ну, километр один-два, может. Дорогу проверять. В принципе, ничего не меняется. Местами очень много, местами нормально. От дождя дерево все во льду с этой стороны. Видимо, ветер был, а здесь чистая. А здесь лед, прям корка льда толстая. Такая же корка на снегу. Поэтому очень тяжело ехать. В общем, продолжаю идти по дороге. Такое место вышло открытое. Здесь как в сказке, деревья все во льду, в инии, прям слоем льда покрыты все. Такое место интересное. Сейчас еще немножко осталось до каменной реки. Я также продолжаю идти. Маленько свернул с дороги налево. Здесь вот такая штука есть, каменная река. Но ее сейчас, да, ее не видно. Вот эта поляна, это куча камней, которая медленно сползает вниз по склону. Тут сейчас зимой ничего не понятно. Там под низом речка течет, под ней ручей. Сухая отя. Я уже слышу голоса. Меня догоняют. Да, вон они, по-моему. Да, я кого-то уже вижу, кстати, даже. Наконец-то они идут. О, наконец-то показались. А кто это там нас снимает, а? Яркие пятна в этом лесу. Так, все, мы вернулись к машинам. Сейчас надо как-то развернуться. Сейчас шашлык-машлык. Лагерь, короче, разбили мы тут. Разбили? Да. Твою мать, а что, сильно разбили? Ну, как сильно, не сильно, но разбили. Блин. Сейчас собираем. А, сейчас соберем, да? Ну, ладно. Дальше поехали. Ну, завершимся. Это хорошо. Кушали шашлыки, пожарили. Сейчас выезжаем дальше в сухую отю. Едем дальше. УАЗик первый идет, за ними Аркадий. Мы замыкающие. Че, Кирюх, что скажешь? Есть что сказать? Да нормально прокатились, что? Вон машину не сломали, уже хорошо. Согласен. Аккуратно, если такой прыжок высокий. Ох, ни хера себе. Парковку мы упадемся, да? Да, упадемся. Это было нормально. Речка. Оття. Так, все, выехали. Сухая оття. Качаем колеса. И домой.